Герои. Ну что, поехали, ребят. Рейд сегодня 8200. Я после вчерашнего решил, меня многие просили пойти на 8+. Рейтинг сегодня 8200, ребят. И всем приятного просмотра и позитивного настроения. Погнали. Первая катка. Нам нужен какой-нибудь имбалансный герой, который ебашит очень крепко. Ребят, кто это? Кто-нибудь знает такого героя? Вот как меня спрашивают, на ком проще всего поднимать рейтинг, чтобы чисто вот можно было нихуя не делать, нихуя не учиться играть, а просто взять героя и ебашить. Вот мне нужен примерно такой же. Ну это тролль, наверное. Тролль это жесткий. Блять, ебучая мать, блять! Почему пикнул мать, блять? Вот реально, last pick, пикнешь тролля, попадешь в мать. Сука! Просто попал в мамашу, решил на тролле поиграть. Я думаю, знал, что он мать возьмет. Бля, против меня, походу, смурф с 9000 рейтинга. Я понял, как они играют. Ладно, сейчас будем на скиле ебашить. Я расскажу вам секрет успеха в доте. Заранее вы должны осознавать и понимать и просчитывать свой геймплан. У вас должен быть план на игру еще до выхода крипов. Нужно в этой игре купить БФ, я думаю. Ви-ви! Почему я не на клокверке в этой игре? Don't stop! Вот так вот, мамаша дырявая. Сосать. Я вижу, что бруда жесткая. Я вам серьезно говорю, это смурф 1009 рейтинга, не меньше. Он грамотно фармит леса. Ёбнул мамашу, ебать, вы видели? Ебать, на скиле переиграл ее. Мамашу ёбнул тупо, на скиле переиграл. Вы видели, он в ахуе тупо. Сейчас устрою вам караоке, пацаны. Только мне нельзя в караоке идти и петь эту песню. Потому что я привык немножечко к другой версии этого трека, благодаря донатерам. Только рюмка Сивен на столе. На, блядь, сука, и детей своих забери. Только чья-то мамка на столе. И сосать тебе. Ай, блядь, сука. Пиздец, заебали. Заебись. Соло. Надо, наверное, первый скилл по Макси. Потому что первый в единицу такое себе. Сука, блин, хуярю нахуй. Опять мать ебут. Ну да, получается. Надо уебывать отсюда. Бара, не надо. Олег, спасибо. Дрывака. Здорово. А что, если твоим родителям показать один день стрима со всеми гачами, вульвами, усами и крысами, что скажет мама? Я не знаю, она не поймет этого. Она подумает, что у меня зрители быдло. Поэтому не, у меня мама не поймет такого. Да вообще родители не поймут. Тут на стриме такое происходит. Тут неокрепшая психика не выведет. Блять, ты нахуя? Ебать, а ты не заебался меня башить? Ты хуй, блять. Так похуй. Чтобы время потянуть, все равно я тут умер. А, я поебало разбил, извините. А нехуй за мной вчетвером бегать во флеры. Так, Яшу сделали. Я вот думаю, манта нахуй не нужна. Нам нужна Саша и Яша, правильно? 25% сопротивления эффектам, охуеть. А еще если Титан Сильвер найти, это вообще имба будет. Конечно, хуёво, что у Сатаника убрали статус резист. Я уже успел, ну знаете, я долго привыкал к этому, но рано, вот наконец-то, я бы сказал, даже не рано или поздно, наконец-то привык к тому, что у Сатаника есть статус резист, но ебать, его сразу же убрали. Это как, знаете, был патч, когда добавили вот эти всякие бонусы от силы, ловкости и интеллекта, что сила давала дополнительный резист от магии, ловкость давала скорость передвижения, магия, ну, интеллект давал сильнее заклинания, хуярили. Только ты к этой хуйне привыкаешь, и это сразу убирают. То есть я долго тоже привыкнуть не мог, потом привык, и это убрали, это пиздец. Ебать наебашил. Ну что, Рошану ебасосину сломаю, как думаете? Извините, пожалуйста. Я все понял. Первая пиздюля баш это знак. Я верю в такие знаки. Я жирю, у меня батя охуеет, если тут посидит. Да мама тоже, наверное, в ахуе будет. Они-то думают, что я приличный мальчик, понимаешь? Пошел нахуй, пидор. Ч
ваше животное. Я осуждаю, блядь! Такое, блядь! Осуждаю! А ты откуда знаешь, блядь? Че, блядь, был там? Ну сетка нахуй, блядь! Блядь! Хорош! Я не буду нахуй, я пойду. Понимаю. Понимаю! Сука, не злить! Не зли меня, сука, блядь! Ой, блядь! Сука, рот порву! Да иди нахуй! Хелп! Да кого ты тянешь, блядь? Уёбую! Да идите нахуй! Алло! Там еще какая-то, я не понимаю, что там происходит, там какая-то алебарда шли есть. Я не знаю, что там за жесть вообще. Мамка, буквально. Сюда подойди! На ушко мне скажи, блядь, это! Блядь, застилили. Ля, я могу кого-нибудь убить уже сегодня? Сетку дай. Где моя удача? Дай сетку, блядь. Соло. Карта видеозахвата для того, чтобы выводить PlayStation в OBS. Потому что стримить с PlayStation неудобно. Там есть, короче, стриминговая... Ну, там есть, можно через шейф стримить. Там шары, кнопочку нажимаешь и врубить трансляцию. Но там будет уебищно очень. Вот, поэтому... Она именно для таких вещей. Так. А что у меня за вот это вот шарт применения способности? Куплю. Хотя нахуя у меня команды нету, но. Говорят, что команду бафать буду. Затестим. Не, на самом деле огоним шарт на тролля прикольный. Так, включая владельца способности. То есть мне еще 60 дополнительно даст. Кайф. Ну мне бэшер нужен, чтобы башить и ебашить. Ну шо, свиньи ебаные, иди сюда, блядь. И маф. Тупо как на охоту пришел. Свина поймал, видели? В сетку чисто. Хорошо. Ты уверен, что тебе это надо? Мальчики, блин. Еще. Естественно, вытяни ее нахуй себе, ее не убил. Все правильно, жировик. Еще. Да вы ебывались, сынки? Еще. Пиздел. Салам алейкум. Здорово. Брат, афганец на месте. Здорово, братан. Целую твои усики. Спасибо за донат. Я так все понял, сегодня какие-то ебаш. Метовые донаты алло. Минимальные, сегодня да? Сегодня 9800. Сегодня 8200 сегодня. Вчера была 6900, сегодня 8200 рейтинга. Я уже говорил в начале стрима. Там бустер на бруде, кстати, но мы его оформили. Сегодня 200 тупо впадло донатить. Ну хотя нет, донатят, но очень редко. Обычно что-то по 1000 как-то ляп-ляп-ляп-ляп-ляп влетает. Да, иди сюда, я яйцо твое отпизжу. И ультану, чтобы команду бахнул. Тык-тык-тык-тык-тык! Пиздец, он исчез. Иди сюда, блядь, баш с первого дай. Три удара? Пошел нахуй. Три удара, ни сетка, ни баш не выпало, понимаете? Ёбнулся. Моя удача. Нахуй мне башеры эти нужны. Хорош, пацаны. Три удара, 20% шанса путать, 25% шанс баш. Ни то, ни другое не выпало. Вот так вот. Вот так вот я играю на тролле, чтобы вы понимали, и почему я на нем не играю. Баша плюс сетка, три удара, ни одного срабатывания. Когда я играю против тролля, врагу башер даже не нужен. Он просто подходит, с первого удара мне дает сетку и просто не выпускает. Если у него есть еще и башер, то мне к нему лучше вообще не подходить, потому что я просто не выйду вообще, я не сдвинусь с места нахуй.